ночь на понедельник в Таллине облили красной краской бронзового солдата на Тынис-Мяги, памятник советским воинам, участникам Великой Отечественной войны. Городской департамент коммунального хозяйства приступил к очистке монумента. Пресс-секретарь Пухинской префектуры сказал, что сейчас у полиции нет ни одного подозреваемого в осквернении памятника. К тому же, подчеркнул пресс-секретарь, прямо на монумент не направлена ни одна камера слежения в центре города. По словам мэра Таллина Тыниса Пальца, полиция уверила власти города в том, что за порядком на Тынис-Мяги следит Пыхинская префектура. Деньги платят. Ну что вам деньги платят? Дома сидеть.